Житель Камеруна поменял солнечную родину на работу крановщиком в Новосибирске. Причина – любовь. Как на предприятии помогли освоиться необычному сотруднику, узнал Александр Сульдин. Налево, направо. Это. У нас телега, которая нам помогает вперед, назад. Это называется контрольная телега. И рычаги, которыми подают крюк с грузом вверх-вниз. Непривычный акцент в кабине мощного крана. Машиной управляет Эрик, настоящий камерунец. Его отправили из родной страны получать высшее образование в Москве. Дипломированный инженер-строитель объехал всю Россию. Остался в Новосибирске. Любовь. Моя жена, она из Сибири. И вот у нас есть, если у меня любовь здесь, это первая причина, потом, почему я здесь. И вот у нас есть ребенок, я не могу бросать, моя семья. Это по-человечески нечестно. А еще работа, ставшая любимой. Эрик пришел на завод «Феррум» 2 года назад. Начал трудиться стропольщиком, потом начальство предложило повысить квалификацию. Выучили на крановщика здесь же, на предприятии. А это дом, в котором живет Эрик и его любовь. Завод купил в нем 10 квартир для своих сотрудников. Игра, чай, семейный совет. Обсуждают, что можно на большой кухне диван поставить для гостей. Анастасия работает в больнице. Познакомились в интернете. Сейчас любознательный малыш подрастает. Марии Люси 1,5 года. Анастасия говорит, Эрик очень заботливый. Бывает такой строгий, что... Бывает, спорим с ним, это не часто как бы происходит, а так, не знаю, добрый очень, такой смешной, веселый. В группе компании «Феррум» ждут новых сотрудников и готовы создавать для них все условия. Мы в компании придерживаемся основного правила, что человек, который к нам идет на работу, максимально разгружается, освобождается от базовых расходов. Это служебный транспорт, это питание в столовой и, конечно же, это общежитие и служебные квартиры. Любой сотрудник на любую должность, начиная от стропольщика, заканчивая инженером, мастером, может претендовать на служебное жилье. Для этого нужно только желание приехать к нам трудоустроиться и показать себя в работе, что дисциплинированный, ответственный, с горящими глазами, потому что мы, феррумчане, обычно такие. Настоящий камерунец Эрик оказался настоящим феррумчанином. Уверен, с этим предприятием свяжет свою жизнь и к нашим морозам привыкает. Говорит, даже интереснее, когда времена года разные, а не одно только лето. Александр Сульдин, Тарас Тарасов, новости ОТС.